Привет, друзья! Я Анжелика Помощникова и встречаю вас на международной выставке Rimini Wellness, где много нового в этом году у нас, особенно в функциональной тренировке, которая разделилась на две части, более таких конкретных, где работают на осанку, на постуру, где больше внимания уделяется работе на качество, скажем так, да. И вторая часть – это работа силовая. То есть нету какого-то микса, более два направления определились. Устанавливается немножечко степ и аэробика. Они в те годы немножко умерли, сейчас опять мы их видим в новом свете. Они не традиционные, скажем так, более упрощенные, какие-то элементы танцев стали вводиться, может быть, стрит-дэнс входит туда. То есть не то, к чему мы привыкли, убийственное, более просто для народа все сделано. Что еще? Много постуральных программ, йога, пилатес, скажем так, их павильон стал чуть меньше, но более качественно. Есть много очень материалов для реабилитации, которых можно использовать и в персональных тренировках или в тренировках спортсменов. Это FitLife, компания, которая представила здесь, скажем так, свет, который можно переставлять, который работает на дотрагивание, да, где можно тренировать и неврологические проблемы людей, и также для тренировки спортсменов. Все это программируется по программам компьютерным. Очень много оборудования, которое компьютеризировано. Скажем так, программы, которые сделаны в форме игры. Тот же Техноджим нам представляет свое новое оборудование, очень профессиональное, где приближено к настоящему пробегу. Например, вы можете расстояние от Москвы до Питера проделать на велосипеде, как оно на самом деле. Или это сделано в форме соревнований. То есть вы стоите, несколько оборудований рядом стоят, и вы видите на экране ваши соревнования. То есть очень интересно, люди сейчас очень увлеклись играми, скажем так, компьютерами, и фитнес не отстает от этого, представляет то, что людям ближе. Что еще? Представила VBS фирма из Тосканы, Panka Fit, кто знает, что это такое за оборудование, его используют для боли в спине. Это доска, которая двигается на практически 360 градусов, почти. Можно работать в диагонали, в обе стороны. Не только при боли в спине физиотерапии, но и для тренировки спортсменов. То есть многоплановое оборудование интересное. Будем надеяться, что они продвинутся и будут говорить по-английски, потому что сейчас они к этому не готовы. Я в этом году не представляю воду. Вы привыкли ко мне как к презентеру аквафитнеса международного. В этом году я представляю 3D postural, работу на осанку в 3D формате. Вот поэтому в новом свете представляюсь вам как международный презентер. Буду рада увидеть вас на конвенциях. Я не оставляю воду. Жду вас на конвенции в ноябре, которая пройдет в Москве, на аквафитнес-конвенции 15-й АФП. Счастливо!